Всем привет, внутри друзья! С вами, как всегда, я Денис. И сегодня у нас будет обзор вот такого вот набора математики Великой Отечественной войны. Вот так вот. Симба-блок, фирма, 6+, артикул набора, 162+, детали. В общем, все, коробка уходи. Вот запасные детали, которые остались. Я из них сделал вот такую штуку. Ее можно крутить как спиннер. Это просто дробилка, который нужно сбивать мини-фигурки. Сейчас поставлю для таких фигурки. Сейчас не получилось. Одну сбил. Вторую чуть-чуть забил. В общем, ладно, перестаем играться и начинаем смотреть. И начинаем обзор. В этом наборе также был вот такой вот бинокль. Такая вот штука от Панзер Шрека. Панзер Фауст. И вот такой вот немец с офигенными принтами. Смотрите на эти принты. Сзади вот так вот он выглядит. И у него также есть моя первая серая немецкая каска. Офигенно. Просто чумовой немец. Очень крутой. И Панзер Шрек. Посмотрите, блин. Я ничего говорить не буду, просто смотрите на это. Офигеть. Также в этом наборе была вот такая вот штука. Это у нас Штурм-тигр. У него вот такое вот дуло. Также такая вот штука, чтобы поднимать снаряды. Снаряды были тяжелые. И все вот это, что вы видите, это наклейки. Что печально. Что очень печально. Также вот тут вот два крепления. Не знаю, зачем они сделаны. И гусеницы, которые очень хорошо спадают. Да. Снизу этот танк выглядит вот так. Ну и все. Вот весь набор. Ну, сегодня я вам показала вот такой вот, так сказать, наборчик. Ну, сегодня я показала вам вот такой вот наборчик. Если вам это видео понравилось, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Ну, всем спасибо за просмотр и всем пока. С вами был я, Денис. Всем пока-пока.